сегодня наш пес собака полакомится сегодня мороженое. Будем рекламировать другую марку. Да. Будешь мороженое? Пломбирчик. Сегодня у тебя эскимо. Третий день эксперимента, такое мороженое любят собаки Конеко. Первый день мы дали ему пломбир, вчера мы ему дали эскимо. Эскимо он наотрез отказался есть. Сегодня мы купили еще раз пломбир, сейчас проверим. Смотрим про себя в зеркало. Нет, все, убираю. Все. Ты хочешь им играться? Все, играться а ну, нет. Нет, играться нет. Подожди, а ну дай. Ну, сейчас разберусь, все покупать. Не надо. Ира, ты приколист. We'll be right back.
того сделаем вывод, собаки Каны Курса любят пломбир молочный, как ни странно. Так, этот опыт у нас закончился.